Здесь даже видно почерневшую шпильку, медь везде красная, а здесь шпилька прям черная от нагрева. 157 градусов. И здесь же фаза Б, 75 градусов соединения шины на трансформатор тока. Шпилька здесь греется от автомата, который отходит. 110 ампер. Вот трансформатор тока фазы Б греется. 81 градус здесь. Градусов 95 градусов. Сто пятьдесят два градуса, очень много. Фаза С. 230 ампер, да? Сто пять градусов. Сто двенадцать. Сто четырнадцать. Фаза Б.